Водное поло – игра для сильных духом и телом. И хотя далеко не во всех городах России есть профессиональные школы по этому виду спорта, любителей побросать мяч в бассейне предостаточно. Поволжские ватерполисты уже давно знакомы друг с другом. Более того, регулярно приезжают в гости в разные города. На этот раз спортивный турнир прошел в Оренбургской области, городе Бузулуке. Турнир «Четвертая весна» называется, потому что мы вообще в четвертый раз в своем городе по планам проводить. На самом деле, из-за ковидных мер мы одни отменялись в том году, то есть. Но решили почти счет не менять уже, все, четвертый год мы участники, то есть крупных каких-то соревнований по водному полу. Приехали в Бузулук и ульяновцы в команде «Спартак» как бывшие спортсмены, так и любители. Много лет ребята посещают секцию водного пола в местном бассейне и с каждым годом только наращивают мастерство. В копилке спартаковцев уже несколько крупных побед на турнирах Поволжья. Должны были выигрывать все игры, к сожалению, одну проиграли. Команда соперника оказалась сильнее, лучше подготовлены. А так вообще в целом все вот эти выездные турниры, игры, соревнования, это же, конечно, всегда лучше. Ты приезжаешь, как-никак общаешься с кем-то, с другими участниками соревнований. За игрой спортсменов наблюдали преданные болельщики, среди которых был даже глава города Бузулука. Если, допустим, сравнивать местные команды, которые наш Бузулук, Самара, да, то есть любительский спорт, он все равно у нас присутствует. Ребята приезжают, небольшие турнирчики, так скажем, между собой играют, да. Ну, такой масштабный турнир, на самом деле, 7 команд приехал сегодня в город Бузулук. Для нас это значимое мероприятие. Среди других участников команды из Нефтегорска, Саратова, Оренбурга, Березняков. Для многих путь до Бузулук оказался не близким. Ехали в ночь. Тем не менее, на игре это никак не отразилось. У нас 14 человек собралось. Долго не было никаких турниров. Все хотят поиграть. А ехать нам сюда где-то 1100 километров. Ехали всю ночь, 14 часов. Дорога, конечно, тяжелая. Ну, вроде силы собрали в кулак, играем. Ночь без сна не помешала спортсменам из Пермского края взять турнирное золото. 5 игр ребята отыграли с наибольшими очками. Вторыми оказались оренбуржцы. Ульяновцы взяли почетную бронзу. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Управда ТВ.